Таяра Велиметова открыла в себе талант писательства в зрелом возрасте. Это уже пятая книга, сборник под названием «Розы без шипов» о любви и верности, патриотизме и силе духа. Все три повести, они настолько вот именно проникнуты любовью к своей родине, просто трогает. Хочется там побывать, в этих местах, хочется вот именно познакомиться с этими людьми. Писательница еще в юности прониклась любовью к кумиру тысяч женщин, Муслиму Магомаеву. Именно с этого светлого чувства и началось творчество Таяры, и свою первую книгу она написала про него. Моя бабушка – ярая поклонница великого певца Муслима Магомаева. Рассказ «Розы без шипов» она посвятила его таким же поклонницам. Таяра Велиметова ведет активную общественную жизнь. Она участница Союза женщин России и нередко оказывает гуманитарную помощь нашим бойцам. Один из рассказов «Позывной Ассоль» писательница посвятила событиям специальной военной операции. Писатели затрагивают самые актуальные, самые животрепещущие темы нашей действительности. Вот в частности, как это произошло в рассказе «Ассоль». Таяра Велиметова передала свой сборник директору библиотечной системы нашего округа Татьяне Лукашовой. Она выразила свою поддержку писателям и поблагодарила за подаренный экземпляр. Пожелаем ей новых творческих успехов и будем рады пропагандировать и эту книжку предлагать своим читателям. Автор признается, что первые отзывы на сборник уже есть. Читатели оценили легкость повествования и одухотворенные образы настоящих героев. Я написал так, чтобы все могли прочитать. Тут возрастных ограничений абсолютно нет. За свои произведения Таяра Велиметова награждена золотой Есенинской медалью и удостоена звания «Золотое перо Московии». Впереди много планов и задумок на будущее. Одна из них – книга про героя России, который сейчас защищает свою родину. Олеся Мордвинова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».